Ваши старые добрые знакомые. Народные артисты Украины Владимир Данилец и Владимир Моисейников. Боже, кого я вижу! Иван Антонович! Швидкульт инфаркт! Афанасий Захарович, сволочь! Ты где был столько лет? Да вы уже вообще... Мы с вами только вчера виделись. О, вижу, вас славно подлечили. Да, я в порядке. А как ваше драгоценное? А ну как? Ну, по-по-по. Кто там? Что такое? Так кто-то звонил. Это у кого-то в башке звонит, это я говорю. Тьфу-тьфу-тьфу! Слыхай опять! Иду! Да подожди, я сам открою. Ты, Антонович, что вы уже вообще заразили меня, елки-палки. Вы, конечно, извините, но у вас уже совсем чердак поехал. Ну, Афанасий Захарович! И вы здесь! Вам здоровья! Привет! Давно не виделись! Так считай лет 5! Я вот смотрю на вас и думаю, не рановато ли вас из ремонта выпустили? Лучше послухайте, что я вам почитаю. Это я у внучки журнал спионерил. Так вот, статья называется... «За кулисами женской красоты». Интересно. Конечно. Вы дочку Карловны со второго подъезда знаете? Так, кто ж ее не знает? Так у нее были такие длинные ноги, что она ей школу закончила. Антонович. Так интересно. О, сейчас будет еще интереснее. Послухайте. О. Джоанна і Бригітта – подруги. Бригітта – фотомодель, Джоанна – секретар гамбургської фірми. О. А ну ж покажіть. Ох, от. Ету Бригітта така страшна. Ні, то гамбургська фірма. Не перебивайте. Сьогодні подруги встретилися, щоб поділитися заботами, поболтати о мужчинах, и сделать пилинг. Ёлки, дожилися. Что сделать? Пилинг. Ну, это вам уже лет 40 как не нужно. Спасибо. Я по женской линии ходок. Куда? На анализы. У вас уже не линия, а один пунктир. Антонович, вы куда пошустрил? Пойду с Афанасием Захаровичем поздоровкаю. Стоять! Кругом. Глаза смотреть. Пристально. Афанасий Захарович! Это вы? Нет, папа Римский. Папа? Ага. А где мама? Где? В Караганде. А я ж смотрю, что-то знакомое темнеет на скамейке. Это я вижу, у кого-то в голове уже темнеет. Слушайте дальше. О, утро Бригитты начинается... со стакана водки с лимоновым соком. А с рассолом лучше. Бывало я... Погоди, не рассмотрел. Со стакана воды. Это, наверное, с похмелья. Это прогоняешь лаки и является прекрасным способом похудеть. Как сейчас помню. На привале вся дивизия гудит. Рангель гудит. Махнул
а Троцкий про терочки ел. Да не похудеть, ось, а похудеть, худеть. А, шо там про пігів спрехали? Да, повинні вони ще не дошли. Как дойдут, вы погромче, а то я сегодня плохо слышу. Что вы говорите? Не волнуйтесь, я вам на пальцах покажу. Федор Поликарпович, да? А мы с вами здоровкой? Не единожды, Феликс Эмдундович. Так что там про пилинг? Да вы меня уже заколебали своим пилингом. Вы хоть помните, как он делает? Я помню, как. Я не помню, зачем. Так а я ж вам прошу, если человек не знает зачем, как и когда, само собой отпадает. Как отпадает? Ну вот как у вас. 40 лет тому назад как отпало, и не прикажет. Все. Приказы должны выполняться беспрекословно. А ну давайте пропилим, это приказ. Так подождите, дальше нету ничего, все уже. Все. Вы, Афанасий Захарович, конечно, хороший человек, но подлец. Здрасте, приехали. О, здравствуйте. Вы на выборы? Не, на пилинг. Так и я с вами, у меня и авоська есть. Красотки, 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 кабарет. Вы созданы рысь для развлечения. Распалился кабель старый. Я в твоей старухе смс-ку сброшу, радами быстро все гигабайты подрывает. Афанасий Захарович, что? А вы адрес этого пилинга помните? Конечно, Антонович, конечно. Улица Скрикмасовского, 4. Вторая психиатрическая лечебница. Так я знаю, где это. Я повез. Давай, беги. Полетел, видишь, я слышу. Может... Минут 5 спокойно прессу почитаю. О, это должно быть интересно. Статья называется «За кулисами женской красоты». Интересно! Конечно! О! Назад беги, все! Пресса побухнула!
Прибыла в Одессу банда из Амура. В банде были орки, шулера. А банда занималась темными делами, и за ней следила губа ЧК. Так и шансон. Раз пошли на дело, выпить захотелось. Мы зашли в шикарный ресторан «Парле Франсе». Шикарный ресторан. Там сидела Мурка в кожаной тужурке. Тужурке. А из пиджака торчал наган. Франсе парле. Из пиджака торчал наган. Мурка, в чем же дело? Что ж ты не имел? Разве ж я
тебя не одевал. Тебя не одевал. Не покупал, не покупал тебе, разве ж я? Мурка, ты мой муроночек. О-ла-ла. Амурка, ты мой котеночек. Амурка, Маруса Климова. Прости, любимого. О, Поль Бельмондо. О, Жескар Дестен. Мой номер 245-245. Надела Реечке печать, Реечке печать. А раньше жил я на Таганке, жил я на Таганке. Учил басоту, воровать. Басоту, басоту, воровать. Воровать, как нехорошо. Мурка, ты мой мрёночек. Мурка, ты мой котеночек. Опа, Мурка, Маруся Климова. Прости, любимого. Переживала по каждому разрыву, у меня давно был бы разрыв легких. Пусть дуры переживают. А у этой Линды, у нее же это без нее цеплять не на что. У нее же сверхплоский экран. Samsung Electronics. У тебя через сколько самолет? Через 20 минут. Не успел. Я в шоке, Люля. Редко занялась билдоболингом, накачалась. Вот такие плечи и усы выросли. Люля, почему они нам все сигнали? Ой, я умру, мы задом едем. Пошел вон! А я его спрашиваю: Борисик, ты куда? Он говорит: я на скачке, представляешь? Я говорю: мерзавец, знаю я твои скачки. Звонила твоя кобыла, сказала: скачки отменяются. Подожди, я позвоню одной дуре. Hello? Подожди, мне кто-то звонит. Hello, сюсики, пусики. Пусики, сюсики. Угадай, откуда я звоню? Откуда? Представляешь, одной дуре муж подарил новую машину. Какой дуре? Ты не знаешь, куда я такая ключица ходячая, но машина чумовая. Мы сейчас едем от кютюр на пилинг. Я говорю: дура, мне все там нет, я позже перезвоню. Все, бай-бай. Все, бай-бай. Вот дура. Вот дрянь. Люля, почему мы остановились? Зеленый свет, нельзя ехать. А, ну да. Люля, я в шоке. Я сейчас смотрю телесериал про телепузиков. Там такие смешные, умные женские истории рассказывают. Она на морду маску нацепила, рассказывает, как мужа изменяла. Чемпионка по дзюдо. Ее пригласили в книгу рекордов Геббельса. Чемпионка по изменам. Нашли, кого приглашать. Да если бы я про себя рассказала, у них бы пленки не хватило. О, ура, красный. Ты что, урод, туфельку не видишь? Алло, да? Да, пусть я езжу твою машину, да? Ну, такой знаю, да? Да, ее разбила. Да, ну не шестую, а всего пятую, да? Да, все, пусть не отвлекай меня, когда я за рулем, все, мурмял. Мяу! Сам чайник! А эта чемпионка, которая под дзюдо вот такие бедра, говорит: не могу забеременеть. Муж только на нее, она по привычке его приемом через себя с ущемлением. Я в шоке, пишут: зеленый гарантирует успех. Она себе построила комбидресс от кютюр. Модель называется «Не для робких». И я ее увидела в салоне тату. Ой, смотри, смотри, свадьба, свадьба. Дули, 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 шампанились, а бабули. Ездить научись! Что? Найн!
чистик вы синенький. Надо кушать меньше, баба. Баба, надо меньше кушать. Что у тебя такое? Опа! Едем дальше. У тебя через сколько самолет? А, через 3 минуты. Успеем. О, тачка! 220 и не чувствуется. А у него же свой бизнес в Канаде и собственная речка. Я была. А этот мой копель потянулся за одной черной из джаза. Представляешь? Ой, ты бы ее видела. Мы у нее выпивали, воскресили. Ой, я губы съела. Подержи руль. Она приходится такая, тут без все. Тут эти варианты с застегнутой ширинкой. И эту ретро не забуду бать родную. Экстравагант, говорю, я в шоке. У большой теннис она пошалила. С чем она туда пошла? Лучше бы она штангой заделась. Вот идиоты. Не свисти, денег не будет. Ля-л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 я. Баба, я тебе скажу, мент на дороге преступник. Алюля, что это за знак? Кучка земли и мужик с лопатой. А это кладбище. А оказалось, это и был простой негр. Представляешь? Он говорит, я только потом понял. Я говорю, что, поменял ориентацию, кобель? А он говорит, ой, я виноват, извини. Люля, вау! А что, поезда сейчас по улицам ездят? Где? Вот впереди. Ты где купил права, придурок? Они же все похожи, они же все на одно лицо. Представляешь, одна ему из Испании звонит. Не-не-не, говорит, Адриан, я же слушаю. Говорит, ой, Борюсик, я сейчас на Карине тут быть бегать, я тебя вспомнил. Люля, может быть, самолет поедет? Да, догоним. О, тачка, 410 и не чувствуется. Зеленое море тайги. А он Thank you.
Thank you.
Песня. Секретарши в НИО на пленуме в райпромстав сбыты по стройкоме. Она увидала его. Скажите, спросил он мне, кстати, держа папиросы в зубах, главхимлеспромторг Щербатаря в комбинате, не вас я видела на днях. Вероятно, сказала в смущении, она издохнула слегка. Я шла в Мингоскрайторг, распредуправление и Трансрайсельхоз молока. Той ночью они до рассвета гуляли вдвоем под луной. Украли полиграфы Бунко, Оплет, Цвет Лета, где Минера и Патреба жил промстрой. Я-та-та-та-та-та. 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 Я-та-та. Шли годы, теперь у них дети. Один сын пока в главу песке, другой в нарабраз уч палит культ просвете, а младший за год молоке. А, кажется, было все это вчера лишь весенней порой. Украй полиграф Бунко, Оплет, Цвет Лета, где Минрай потреб жил промстрой. Пляж, дач, пень, газ, жлоб, строй, обл, шмяк, трест. Thank you.
очень страшно смотрели. Я написал Александру. Причем я написал текст. А он написал слово. Поэтому это все перепутал. То есть, конечно, вот так. Она смотрит песню. И в этом пришлось убедить. Thank you.
поставив на ручки свою машину. Однако звали его дряни и святили. И святили, что люди приличные показали. Ему тоже наградили уже голосуя. Наконец, церемонный святой остался. И вот напрасно был идти за ней вернуться. Тут же на нас и белый ему понял. Поскольку же яблочка, куды ты котишься? Попадешь нам на язык, не воротишься. А кто попал к нам на язык, не воротится. А кто слушать нас привык, обхохочется. Эх, яблочка, да ты не кислое. А с чего же мы начнем? А шоу-бизнеса. А все звезды в нем людям нужные. И они между собой очень дружные. Свои в досочку, парни, девочки. Ну, не в досочку, а в фанерочку. Эх, яблочко, да ты завидное. А теперь поговорим про телевидение. У нас героями даже спроходимся. Вместе с Вин пьем компот и разводимся. И не поймем про жизнь, все по
диване. А теперь поговорим про жизнь спортивную. Нам в бикини предложили, будьте третьими. Очень жаль, что мы стандартно ответили. Но зато хоккей с футболом нас порадовал. Получается у нас, когда команды. Эх, яблочко, внутри семечки. О любви поговорить пришло времечко. Вы, мужья, любите жен, но без памятства. Ну и после, если силы останутся. Ну а женушки, мужей лилейте вы. Но сначала поутру им налейте вы. Эх, яблочко, да сока вытекла. А теперь поговорим о политике. Мы поспели вам сейчас, ох, да кое-чего. Только жаль, что наше яблочко кончилось. Эх, яблочко, да ты огрызочек. До свидания, говорим, году крысочки. Эх, яблочко, в двойном количестве. Здравствуй, здравствуй, ну!